Кайрат Буранбаев вышел на свободу. В ДУИС сообщили, что бизнесмен будет отбывать наказание по месту жительства в условиях пробационного контроля. Отмечу, Буранбаева приговорили к 6 годам тюрьмы за растрату и легализацию 14,5 миллиардов тенге, принадлежавших Кастрансгазу. Однако в октябре суд заменил лишение свободы на ограничение и решил выпустить его из колонии. А все потому, что Буранбаев отбыл треть назначенного ему срока и полностью возместил причиненный государству ущерб. Среди возвращенных активов – нефтяные месторождения, торговые центры и гостиницы. Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени пребывания службы пробации для постановки на учет. И ведется пробационный контроль, куда направляются также характеризующие его материалы.